Короче, да? Меня законтрили? Ой, бегаем пиком. Кого брать, думаем? Героев? Сейчас. Разберемся. Mm-hmm. Ты на какой роль играешь? Четвертая позиция. На четвертой? На ком тебе будет хорошо играть? Любой герой, там, поагрессивнее, желательно. Ну, давай придумаем. О. Коробка Муму. Угу. Супером еще. Тебя тоже Антон зовут, да? Я так и не расслышал. Да. Или не тебе, блядь. Который зашел к нам. Давайте я в чат тогда напишу. Давай. Не, тебя сейчас слышно, можешь сказать, Антон, да? Иван, все понял. Сори. Иван, все, не стоит нервничать, мне кажется, все поняли, что ты Иван. Пусть будет смайлик лучше. Не нервничай. Все. Ребята призадумались. Они боятся, мы их морально давим. Так еще бы, Иван, с нами такая сила. С нами сам Иван. Типа ефакер? Вот смотри, на него как бы посмотрел уже, вот, да? На него коровка уже взглянула, он взглянул в глаза коровки, и он понял, как бы, что нужно уже все. Как бы морально готовиться к поражению. Что? Это еще Дарксир, даже взгляд на него не поворачивал, понимаешь? Дарксир просто в другую сторону смотрит. Тут еще тролли за угла не выглядывают. Кто? Тролль. Кстати, да, можем тролля взять. Нет, пожалуйста. Да, будем просто бежать на них. Варлок, что-то дефолтик подъехал, да? Ну они как, они хотят просто замес выигрывать и все. Ну, пусть выигрывают замес. Сейчас Мэнвокера доберут. Ну да, доберут. Кого там еще можно? Кого еще доберут? Крингза могут добрать. Тоже хорошо заходит. Под купол. Что-то пострелять. Ну это слишком дефолтовая коробка съест, мне кажется, за разбег. Кстати, Террор Блейд, если мы брать не хотим, то его убрать можно. Акс. Тут на самом деле многое зависит сейчас от героя, которого они в мид возьмут. Потому что тут может какая-нибудь разнообразная тракса там пойти в изи-лайн. Папа. С каким-нибудь визажом, да? Или Квапа та же, да, то есть ей приятно. Тоже с дэмэджем ходить дополнительным. Но можем и Тинкера убрать, он тоже будет мешать. Я больше, знаешь, на чем склоняюсь? Все-таки на Террор Блейде, наверное. Да давай Террор Блейда уберем, этот сильный героечек. Все-таки я на нем склоняюсь больше, потому что тут такое. А курица-то красиво исчезает, как будто сверху молотком бьют, и оно импульс передает. Резкается. Красиво, так древо перебивается. Качественно прям. Сайленсер. Ну, такое себе. Да, то есть я правильно понимаю, мид походу у нас я иду. Лол. Я понял. Че, Антох, тебе на каком будет удобно сыграть? Я на Баратрума. Я втором Антохе у нас, Керри Антоха. Ты-то Иван. Да я особо... Так, знаешь, на имя не откликаюсь. Ну, я понял, это как... Просто, да, я понял. Слышу, типа, что как вас говорят, зовут, а ты как говорю, хочешь, чтобы меня звали. Я понял. Антон. Я понял, я решаю сам. На самом деле, Кэрри сейчас брать такое себе. Возьму, наверное, пятую позицию, какой-нибудь такой герой. Алло, я тут. Да-да-да, Паш, привет. Иван. Я вот склоняюсь ЦМ-ка либо Shadow Shaman, типа, то есть на линии поддержка нужна в любом шамана. Случае. Ну, на шамана, раз хочешь шамана. Типа на линии гонять, то есть ты будешь стоять с Корал со своим. Будешь на линии гонять, потому что но неизвестно, чего у них будет. У него и ДПСа больше. Вайда ты гонять должен. Можно сульки накидывать. Ну это да. А че это вообще за класс объяснить? Антон, Разор, да? Не, я не знаю. Но это как миксы, понимаешь, в КС-ке были миксы, я правильно понимаю, Иван?
А, Иван? Что? Я говорю, класс это как миксы в КС-ке были раньше в 1.6. Что-то вроде, да? Мне надо больше зайти и поиграть 5 на 5 на омби, 10 рандомов. Понял. Ну, не всегда выходит просто. Поэтому... Зови, Иван, мы всегда на самом деле за. Такое мероприятие хорошее. Вот, ну и если есть желание, то с понедельника по четверг в 16.00 проводим такую вещь. Начали с этой недели, получается. Как-то вот было вначале не очень, потом нормально, и сегодня опять как-то народ не очень подтягивается. Mm-hmm. В общем... Ну хорошо, Иван, я готов вам выразить уважение за такое красивое мероприятие. На самом деле очень здорово. Пока мы это тестируем, может быть потом будет как-то с призами даже, но пока я не знаю. А приз будет пакетик с водой, да? Не, ну Антон, ты уже слишком драматизируешь. По-моему, Иван не внушает впечатление такого человека. Ты утрируешь, Антон, слишком утрируешь. Я в миде стою, Паш, ты можешь себе представить это? Ты чё? Да ладно. Ну, вот я тоже в шоке. Как... Чё, левая? Да, нормальный вариант такой. Нас чё, на плече показывают? Ну, типа того. А сколько зрителей, Иван, если не секрет? Мало. Я, пользуясь случаем, передаю привет своей маме. Татьяна меня рассудила, но если вы меня слышите, здравствуйте. Это перебор. Перебор, когда, в общем-то, да, это перебор. А чем нам Shadow Shaman, если мы тролля взяли? Это, во-первых, двойной такой пуш, а во-вторых, Shadow Shaman, с троллем они, в принципе, и линию не проигрывают. Не, они-то пушат и линию не проигрывают просто. Как-то... Представь себе Шамана, который с руки чисто бьет, стоит. Ну, у него дизолем. С самого начала 68 с руки, как бы, он так неприятно будет делать войду. Ну, вот как, посмотрим. Возможно, и приятно. Там проблема в том, что у них идеальный замес очень жестко смотрится. У них пока что ничего жестко не смотрится. Надо посмотреть, что у них сейчас мид будет. Ну, там квапа будет. Я сейчас уберу квапу, если они не возьмут ее. Ну, и заберу сам снайпера. То есть им в мид, по сути, такого ничего хорошего не достанется. Ну, еще тинкер. Такой вариант. Ого. Да, это керри виномансер. Вообще это не очень понял. Тяжело будет стояться дарксиру. Не, это не мид. Это керри виномансер. Но у них драка, и они хотят просто быстро закончить. Ну смотри, у них получается вариантов не так уж и много, на самом деле. У них вариант Лина неплохой, да? У них вариант Тинкер и Queen of Pain. Я думаю, снайпер они вряд ли будут брать. Снайпер, то есть им так себе заходит. Жадно будет. Будет. Да не то, что... Не жадно будет, просто как бы тролль снайперу делает очень хорошо или плохо, тоже опять с какой стороны посмотреть. Ну вы поняли. И как бы надо убрать либо Queen of Pain, либо Лину. Что такое? Граждане, как вы думаете, что? Ну, хорошо, давай, лучше. Давай я уберу то, что против чего мне неприятно будет стоять. Сделаем себя. Так. Ну там Queen of Pain сейчас зайдет, это самый оптимальный вариант. Че это на меду-то вдруг? А, больше некому? Как это? Кто у нас тогда стоял? Иван, сколько у вас рейтинга? Где-то 4300. Соло, да? Да. У меня... У меня лаги, Иван, можете вы мид, в принципе, пойти, потому что я, ну, не ручаюсь за качество. Я могу хорошо отстоять, если у меня лагов не будет, но... Я на паратруме хочу. Понял, Иван. Все. Все, Иван. Разговоры отпали. Ну только если что, вы не обижайтесь. Да, баратрум — это вещь. Ну и если кто-то возьмет баратрума, я буду его хейтить всю карту. Поэтому тут лучше не рисковать. Я тоже неплохо на баратруме. Я вот не знаю даже. Ну, снайпер, в принципе. Хотя посмотрим, может лучше вариант есть сейчас. Наш... Такого массового дэмэджа под стяжку нету. Чем-то вообще Дарксир тогда. Блин, это сложно. Там, ну-ка. О. Ну, ребята, с богом. Два танга вард, пожалуйста, дайте сразу. Да, конечно. Да я сам поставлю, Андрю. И в харду вард. Не просто вард.
Ну хотя хочешь сам стать. Харду я дам, я уж не побегу туда. Давай, давай, давай. Сами поставите. Почему так красиво оно выглядит, не знаю. Ты про пик или про меню доты новое? Я про куриц, которые лопаются в ряд. А, это да, это очень экстравагантно смотрится. Модно, стильно, молодежно. Да, как пакет. Ленина пакет? Не знаю, какой-то пакет просто. А, понял. Это как, знаешь, что напомнило? Сейчас скажу. Это ледниковый период, это белка, которая постоянно в лед такая вставляет этот орех, и он лопается, такой прям по шву такой идет. Равномерно. Блин, только не это. Что-то там ребята поскупились на донат. Да, на школьных обедах сокопили. Да. А у них не максимальные башни. Я вообще максимально еще до сих пор не видел, блин, сколько играю. Типа, что максимально больше дел? Там 1250 уровень нужен. А, лар-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 лар. Сейчас у меня залагал. Понял. Что? А вот у всех лагает после этих башен? Нет, все. Да, у меня лагает. Мне не варт, не танго. Дай мне варт, да, друг. Да я отдал ему. Да мне отдай. А, куда я ты? Ему отдал уже. Ладно. А то он один купил его, понимаешь? Он два купил, он кому-то еще отдал. Поставьте паузу, а то я чувствую, что я не прогружусь харду? Вообще. Как ты в харду отдал? А, ты ну Баратруму отдал. Он подумал, что Баратрум хард, ну ладно. Ну вообще-то вы реально пойдете 2-2-2. Шаман, это виз. Я понял. Я залагал. Найс. Знаете, когда каждое нововведение, в принципе, вроде бы неплохое, но что-то в нем не так. Все, все. Все, тебя сейчас убьют. Да я уже заметил. Тихо, подожди. Хек скачай, хек скачай. Хек скачай, бросай. Тихо, подожди, стой. Фаерплей, парни, парни. Он залагал, отпустите. Ты больше я тебя послушал? No, merci. Это сильно. Нет, спасибо. Короче, хекс на агра и уходи. Вот сюда. Хорошо играешь. Вообще красиво. Давай. Всё, минус. Да, это нету смысла. Всё, давай мстить. Не, агра вы не убьёте, это точно. Есть это яд? Да, есть смысл, мы не догоним. Там в любом случае ещё не спашу. На. Ну, тебя сейчас раскатит. Хотя убить. А, он. Так он наш. Ну, он сделал. Ну это не важно, как бы он ушел, он тебя потратил, он пешком сейчас пойдет. Я его сторону. Я иду. Андрюх, я вот сюда вот вайп положу в лесу. Заберешь, поставь. Поставь его вот сюда просто. Я, пожалуй, тоже на этот самый. Наверх пойду. Да ё. А, не, нормально. Крипов подстопит, нет кто-нибудь? Да, подстоп. Господи, я в меду не стоял с 2009 года. Я был изначально против, чтобы меня в меду пускали. Я тоже не люблю эту позицию. Огр пришёл. Найс, я выформил чувство. Да. Но меня теснят, ребят. Агрессивненько, да не добивай ты меня. Я выживу! Иди на базу, что ли. Может мне щипок накинуть. Давай, давай. Что-то плотно не какой там правда смысл в этом щитке, я все равно никого не смогу убить. Ребята, мне в мид помощь будет, алло, меня как бы убивают, идет, нет? Идет помощь. Но я умер. Ну. Интересно, я его заберу? Нет. Питком может. Я постараюсь. Ага, там блин, там. Ладно, я понял. Ой. На твой иди, блядь. Пойду я. Вот так вот. Correct.
сказочные лаги. Как-то у нас не все очень хорошо. Дайте-ка угадаю, почему? Наверное, потому что не у меня не было помощи. Вопрос. Не, ну я был против изначально своего мида, как бы. Типа я говорил, что я так себе стою. Я саппорт 5-й позиции в команде координатор. Как-то мы против двух рейнджевиков не очень себя проявляем. Вы думаете? Да. Иван, может вы спешите с выводами? Не, нормально. Там третий уровень на мансере, первый. Я первый, Дарксир второй. О, дай на меня щиток. Давай. Разминать буду. Все, я поразминаю. Огур. Смотри, они. Умён не по годам там играл. Мне войд сейчас. Могу дать тебе кварики? Давай. Чё, ворон? С кем ты чпуешься? То, что... Герой. Господи, маны не было. Три маны не хватило. А он фарт тут. Вы думаете? Все, не лезь на нас. Отойди по хилю. Я побежал. Вот он летит. Ну почему? Ай, минус бороду. А что он это делал? Я соло, типа, стою. Мне просто борды нужны только и все. Вард уже, кстати, сбил. Гермак вышел. Решил меня наказать. В принципе, я могу пойти наверх. И, возможно, убью даже Виномансера. У меня мана нет на щиток. Манга не будет троить. Ага. Да, кура бы неплохо была, на самом деле. I charge ahead. Тут варвар с этим. Макс створ, бля. Телепорт. Yes. Ну, кура упала, блядь. Просил жаб, ребят. Ну, серьезно. Я тебе показал уже, что не хватает голды. У меня еще в таверне, блядь, тапочки. Пой мне шайн. Утопьем со щиток брошу, попробуем что не сделать. О, повесь щиток пока. Угу. Хотя я не знаю. Я сделал разгон. Ага, там телепорт. Шестой левел. И Огр в виде. Да, Огр Макс сильный персонаж. Да, Вижена нету на самом деле. Персонаж. Он по смоками бегает вроде. Ну, все было раньше его видно. Блин, я же специально вытянул. Так, Варлок здесь у нас. Не, ну как? Как вам объяснить, как я стоял мид, чтобы не материться? Левел 6 есть, могу выйти куда-нибудь. Зачем ты просто умолкаешь? Ну, я могу еще раз разгон взять. Не надо. На самом деле, под лаги. Да ладно. Крипа,
жизнь. Опа. Ой-ой-ой. Я ему еще забашу. Еще забашу. Все, беги сюда, к вышке, я встречу. Бегу. Забашу. Ребят, ребят, остановитесь. Остановись. Так, у меня еще и баш сработал. Точнее, разгон. Да, я вообще не понял. Как-то кажется мне, что умрет, не хватит. Ага. Без вариков. Че без вариков? Нужен твой ульт. Твой 6 левел, тогда уже можно разговаривать. Андрюх, в курьере этот. Ой, ой, надо так не полиция. Возможно, у них была идея просто выиграть. Против Лины? По 1 в 2? Так выиграть Лину? Не, говорю, у врагов идея линии выиграть. Не хана удалось. На нее маны нет, так что... На руну возьмешь сейчас. Забери у нее, пожалуйста. Попал. Попробуем? Давай. Я буду до конца. Ой, я понял. Нормально. Добашу. Так. Спасибо, Иван. Я тебя брал. Просто играя на баратруме, важно знать, когда стоит сражать баш. Да, это да. Это одно из самых важных. Я вчера играл на баратруме. Кстати, тоже... А, ну хотя как... Я успешно играл, а мы сейчас играем не успешно. У нас, бля, конечно, давай. Такое еще. Ну я в это прям до конца иду. Прям байда наказывать иду. С варва там сейчас. Джап, джап. И это. Мичап, черт. Фак. Маны не хватило, чтобы ты ваш ман. Еще нужно прожать баш. На. Иван, нужен баш. Баша не будет, кажется. Ага. Все. На башу. Перед смертью. Лина ушла. Мы с ней расстались. Нам почти удалось. Радиант структуры. Дай на меня щиток. Где виноман? Кажется, не он. Все, работает. Так, просто это, на трех крипов поклался, забаш. Профессионализм. Еще бы нолик подписывать между нашим счетом, и будет 2017 год. Нам еще нужно сделать 15 убийств. Вот, напряженность. Давайте, ребята. Они уже нас боятся. О, я под щитком, думаю, Лину все-таки разберу на кирпичике. Ну, уже не факт. У него там Юлы, может быть. Ё, здесь Лина еще. Капец, да. Решил вагды поставить. На мансера то я убью. Правда, башек нужен. Ой, на меня голема потратили. Ребят, на меня голема. Красиво. Купола тоже нет. Что красиво? На то, что на меня голема потратили? А, ну на меня голема потратили, тоже убили. Они мид идут пушить. Дарксир, иди дам тебе. Кваритос. Ребят, нам бы деф. Я деф, смотрите. Квапа, давай. Это наш молодой человек. Прям под заказ. О, без стана. Это вообще. Все точно наш.
Я понял. Нормально. По стратегии. На самом деле можно его где, где эти молодые люди? Ой, а там он без купола. Все равно, без купола, но я тогда вот так вот. Чисто разведчик. О. Ван, ну что-то у меня не клеится с ультой. Клеится, ну ладно. Нужно просто очистить чакры. Я согласен, нужно больше координации и медитации. Вот Иван, Иван, допустим, вы сегодня медитировали? Конечно. 10 часов. Я тоже. Я вообще люблю медитировать, на самом деле. У меня как раз одна девушка уехала, вот она теперь не мешает, я медитирую всегда. Надо еще левитировать при медитации, это важно. Согласен. Я отъехал. Так, у нас на самом деле все достаточно хорошо. Согласен. Мы сопротивляемся, даже иногда убиваем. О, Дарксир, дайте мне. Я смог поставить один вайт. Все хорошо. Маленькая хрупкая девушка, как раз для большой черной коровы. Согласен. Иван, у меня к вам большая просьба. Можете больше никогда, никогда меня не ставить в мид? Не знаю. О, хрупкий, храбрый мужик. Все, просто я со своими лагами для очень. Большой жирной коровы. Миди. Тролль, нажмите ультимейт. У нас Павел не полетит. Павел это танцир. Просто это я называю командная работа. Согласен. Indeed. Иван, вам не кажется, что все фраги на этой карте делаете вы? Нет, я один не сделал. Всего-то, Иван? Всего-то. О, я вижу жирную... Это Лина жирнее Баратума. Я не понимаю, что... На диету нужно сесть, что ли. Дайте щиток. Можно нам, пожалуйста? Я сзади. Меня выгоняют, не дают фармить. Я жажду щитка. Сейчас, приду. Ребят, здесь Войд, Низ и Лина. Я это... Лина, закиньте им ультимейт. Хотим тавр дать? Хотя пусть по твоим делам. А, пробуем. Ой, я боюсь там колем. Тогда я клик нажимаю. Не, давайте, все. Идем. Полностью. Работаем. Нужна стенка стяжка. Есть стенка стяжка, есть стенка. Ой, красиво. Ай, часы. Но мы получили прекрасный опыт из того, что у меня разобраться с ним, наверное, пока. Не, ну не то чтобы мы проиграли драку. Но мы как бы чисто опыт получили. Иван, вы точно сегодня медитировали? Конечно. Мне кажется, это все из-за этого, Иван. Дарксир, ждите меня. Ой, точнее, я пойду в Виномансера. Просто они очень сильные. Я тут из-за всех. Щиток, щиток. А у меня ТП и один ван. Ну, нормально. Я жду, короче. Нужна помощь. У нас есть несколько на атаку или на топ-3? А не, я бы сам. Я его размотал, нормально. Взять его, ты что? Взять его в сеточку. Кого? А ну... В сеточку, кого в сеточку, это русский. Война игроки. Надо же, надо. Александр, вот вы слышали такое понятие, как жи есть пять нет. Александр, надо было. Я, наверное, возьму обратно. Я хочу да. Это меня намекает на то, что, возможно, Лина убьет меня. Иван, это намекает на то, что у нас в дубу где-то родный орган. Там он где-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Можно я переоценил свои возможности? Ребят, не стоило на самом деле туда идти. Нужно, в принципе, сейчас играть от хайграунда. И какие-то комбинации на хайграунде делать, типа вот эти вот ульты Дарксира, стяжки, мой ульт. Возможно, тут не хватило обратно.
на большой жирной корове. Вот сейчас были бы вы живы, Иван, было бы намного все проще. Я, в принципе, жив. Есть ульт. Паш, с первого удара. Он просто тоже умеет снимать, я понял. Вопрос снимает. Отличная стенка, отличная стяжка. Я с вами мораль. Отлично, Иван, нормально. Иван, я наблюдал за всем. Мне не показалось. Фига он этих змей понаставил. Зато смотрите, стенка как смешает. Вот я им пишет. О, я придумал. Radiant structures are fortified. Your middle barracks are under attack. А чё? Это Best of 1, да? Да. Отлично, Иван, то есть... Когда следующая игра? Уже, наверное, в понедельник. Ну, мазохисты нам понравилось просто, Иван. Да, ну, может. Да нет, на самом деле, мы перейдём. Нормально будет, но мы поиграем. Поинтереснее. Я соперник, хочу мясо. Ну вот, я и хочу привести тоже нормальных соперников и больше никогда не стоять в мид, если честно. Вы отлично стояли в миде. Нет, давай не будем утрировать и шутить, Иван, на эту тему. Нет, в принципе, если посмотреть с какой-то особой точки зрения, то мид отстояли неплохо. О, Иван. Вообще не понимаю, почему. О, дайте щиток. Я прям не могу бежать. Все, смотрите, рафаши ВПР. Паратруни работает. Бесплатная смс. Регистрация. И вообще, почему она такая быстрая? Длина? Да. У нее очень спит много. Больше, а когда я могу убежать. Ребят, ну вы что, мазохисты? Давайте вот так, или нет? Тут нечего ловить просто, я считаю. Иван, спасибо вам большое за игру. До следующей игры. Иван, давайте будем откровенны, было все-таки плохо. Да, ну нормально, почему? Мы получили немного веселья. От этой игры, поэтому, в принципе, смысл поза оправдался. Он все-таки в... разыгран в позитивной ноте, так скажем. Да, да, он все-таки создан для развлечения, а не для жесткого. Согласен. Просто над своими способностями. Просто да, зрители устают от трейхардов, и как поэтому бы мы возвращаем. Все, кто хочет, может приходить. Вообще играть в фасткапы всегда весело. Yes, sir. Особенно когда мид идет этот человек. Это прям отрада для души. Иван, я бы сказал, это лучше, чем медитация. Конечно. В целом, если медитировать, левитируя, тогда нормально. И так. Иван, золотые слова. Вот прям записываю. Да, душу беру. Иван, в кавычках, если медитировать, левитируя, будет отлично. Все, запомнил. Иван, ну я считаю, игра была неплохая, на самом деле. Ну, опять же, все относительно, смотря за с какой стороны посмотреть. Судя по результату, да, игра была неплохая. А так, ну, в принципе, можно сказать, что играли мы неплохо, в силу своих возможностей. Иван, давайте откровенно, играли мы хорошо. Играли, конечно, хорошо, отлично мы играли. Как? Иван, какие были стяжки, стенки Sonic Wave? Два Sonic Wave были просто поразительными. Насколько нужно любить живых существ, чтобы не попадать по ним Sonic Wave'ом, это действительно заслуживает уважения. Я уважаю Лину просто как мидера. Человек с ником Swag, у которого один из человек 587, я его очень искренне уважаю, поэтому я не попадал по нему с Sonic Wave'ами на протяжении всей игры. Так как я считаю, это неуважительно. Это вот именно поступок правильного человека, который на завтрак помедитировал, левитируя. Да, да, да. Там очистил чакры.
Бля, спасибо за настроение. Всем удачи. Давай, давай, давай.